Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет, а смотрите продолжение партии захеттов в сетевом Old World. Подробности и начало всего этого прохождения в первой серии, ссылка на него, точнее на весь плейлист в описании и в прикрепленном комментарии, так что если вы случайно попали на это видео, переходите к первой серии, всегда лучше смотреть с самого начала. Также напомню, что спонсоры канала все серии видят сразу, большое спасибо вам за поддержку. И всем вам приятного продолжения просмотра. Так, а что я сейчас открыл? Что-то хрен знает, что я сейчас открыл. А, бесплатный всадник я сделал. Университет, дворец и цитадель. Ну, это просто в одном легендарном городе. Собственно, то же самое и вот это. Это тоже легендарный город нужен. А, вообще, вот это проще. Пробачен, Грек. Это же ты объявил ему войну, я правильно зрозумел? Ну, ему да, выпало событие. Выпало событие, в котором... Так он... может, тогда он разберется с этими диверсантами? У меня что, нечем заняться? Разбираться еще с этими римлянами? Ну, просто их якось супер богово накинуло просто полмапы мне снова на территорию. Зато не полкарты, они буквально в двух клетках от границы стояли. Ну, я же башу, как я находил, не до этого, еще там 10 долей были. А, ты видел прям? Потому что я помню, я хотел вот следующим ходом, после того, как я вылетел в итоге, я хотел прям вот пойти так, у меня легендарный вообще будет? А, у меня есть уже легендарные. Хатуса. Хатуса легендарная, между прочим. Или оставить тут одного. Могут быть нападения отсюда. Всякие неприятные. Ну, через римский этот город, я так понял. Там же проплыва нет другого в этом море ваше. Пока, по идее, не должно работать, а вот следующим ходом должно.
Не знаю, там куча армии греческой. Пёс, а у тебя там что, с Римом-то? Тоже событие. У меня? У Перса. Не, Перс этот город захватывает, который тут Комум. Ну тут хрен пройдешь, получается. Может, мне этот надо город забирать, походу. Блин, так и знал, что храмы эти строить плохая идея. Почему? Крутая вещь. Да просто одна семья в язычество перешла и все. Да ладно тебе. А так храм у них там по одному счастью дают. Что? Хорошая вещь. А, сильнее, что святилище не строит? Не строит. Ой, да, строит. Святилище. Да. Ладно, там с этими религиями, понимаешь, этот... Чего, веротерпимость, что у тебя два счастья от каждого. На каждой негосударственной. На чем мы сидеть ждать, да, когда мы приплывем? Просто надо меньше мне здесь как-то простор сделать. Давайте отплывем. Полезно, чтобы чудеса строить, которые только в священном городе. Я думал, типа, с лесопилками я так сделал, там, это судилище. На 6 приказов, и они того не стоили. То есть, а что у тебя за святилище такое на 6 приказов? Ну, это которое на лесопилке. А, это 6 муштры, что я просто знаю. Муштры, да. Вот. Это Рима такое как раз у меня там построено одно. Просто было плюс 200 с семьей, стало минус 300 сразу, как она в язычество перешла. А у тебя с язычеством такие плохие отношения? Ну, с самим язычеством, кстати, нет, там минус 20 всего. А точно от этого, посмотри, может какие-то еще причины? Не, от этого. Там минус 160. Минус 168. От язычества. Ну, я уже с греком воюю, если что. Ой, я это... Да я не успевал походить. Да ща. Мне очень тяжело, я знаю, как вы ходите, там у вас, наверное, дофига юнитов. Просто ждать по 2 минуты, 2 секунды, чтобы юнит походил. Да я просто... Я двигаю юнит и пошел другим заниматься. У меня проблемы с пищей. Не только юниты, это каждый приказ такой там. Что угодно делаешь, вот это вот. Удобно. Так, образование. Да, доступно для всех без ограничений. Просто 2 юнита, видели? Минус. Слушай, интересная у тебя схема строительства этих городков. Такая умная. А тут вообще какое-то так крутое. Переманили гладиаторов на свою сторону. Тебя проатаковал уже этот. А, слушайте, у нас же мир с Вавилоном. Так давайте высаживаться у Вавилона. Тогда, о, как мы сделаем, точняк. Так, на минутку отойду, паузу поставлю на таймер.
Так, с Вавилоном же у меня мир, да? То есть я смогу через его территорию проходить. Ни у кого нет с пищей проблем? У меня есть. У меня были, я построил. У меня прям жестко. Ну так городки выросли, наверное, жрут как не в себя там. Юниты жрут. Минус 106 от юнитов. Ну да, и 42. Ну, есть, например, закон этот, вассалитет. А ну-ка. Там еще у меня фермы будут в моих городах. Нужно. А, ничего себе. Блин, у меня еще сос капитал в минус почему-то. Ну, строишь дофига за него, значит. Там на этой законы так само есть. Цікава гульня, коли тебе щось не подобається, ти міняєш закон. А, вон этот свод законів, да? А ти грек? Тоді забудь. Не, перс. Тоді добре. Классная притча, Лёш. Да это так модно у хеттов в этом сезоне. Короче, перс, ты когда там заберешь этот город Рима? Ну я вот иду к нему. То есть ты еще идешь к нему, после этого ты еще будешь к греку как-то перебираться, да? То есть это у тебя ходов не знаю сколько еще. 10? Он даже дорогу не построил. Да. Качечка, ты думал, мы тебя не узнаем, если ты город изменишь, да? Да. Я надеялся. Я не узнал, кстати. Берем в хатусе, нет. Качечку не узнать ужас. Слушайте, а как-то же можно, вот, например, у меня бесплатная трирема предлагают в науке. Но я не хочу, чтобы она... Ну, то есть, как-то можно отметить, где она появится? Потому что мне не надо во внешнем море, надо во внутреннем, нет? Она первая по приоритету в столице, как я разумею. Там есть, типа, гавань или что, там спавнятся эти юниты. Ну, как с земными, там, типа, приоритет по заспавниванию дальнобойных. Угу. Так. Угу. А, Перс, у тебя какой там лидер по архетипу? Спасибо. У меня ученый. Так. Просто я думаю, как тебе можно сделать. И юнит, кстати, еще. О, я придумал. У тебя же открытые эти законы все. Догматизм, терпимость, религию. Догматизм есть. О, там же, смотри, там с государственной религией можно ускорять за приказы, да? Да, ускорение производства за приказ. Вот, то есть, смотри, ведешь сразу в мой город лучше этого последователя и приему за приказы.
Что придумал? Веду в твой город еще раз? Ну, за который ты захватываешь. А. Я а, и трирему за приказы, я понял. А твой город там и так в иудаизме, я ж по идее могу. А, ну вот, отлично. Да, то есть, ну, сразу как захватится. Из всех перекликать. Фух. То есть через шурупак врываться будем. Архитектуру открыли, берем философию, чтобы городские специалисты быстрее строились и, соответственно, быстрее амбицию выполнили. Кто это вообще? Ну, хрен с ним, пускай строит козни. Так, а у нас наследник есть, да? Ну, кстати, от лагов не помогло, да? У меня ни у одного шлака. Кто-нибудь может не помогло. Перемещать камеру зараз? Мне вообще зависло. Я могу. А, еды не хватает. Отвисает. Так, а что, там меня убили, да? Угу. Красители и жемчуг есть. Начинаем делать всякие штуки.
Задание агента. Регион предательства попробуем. Интересно, я смогу, но должен мощно его территории апгрейдить юниты. Племенной налет около Тархунтассы. Убил мне тут юнит. Хватит, качечка, остановись. Я хочу, хочу. Везде дисконтент, не знаю, как бороться. Так, а храмы я еще не открыл, да? Нет. Форум, архив четвертого и казначейство. Я даже, наверное, ускорю вот так. Так, а что я тут построил? А, мне тут надо выбрать. Ладно, пускай становится любовницей. Уровень счастья. Наука. Блин. Муштра. Ну вот муштра не особо мне пока... Я хочу науку. Thank you.
Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Ну, пускай этого убивает, он у меня не... У нас не через него юниты переправляются. Вот скорость прогрузки во время войны вот вот и решает прям... гораздо больше, чем ци. Мне подается, что ты специально этот рим как не фастклика. Так дивно выглядает. Потому что вот комп, например, вот нормально уходит быть. Литература. Ну, да, из-за того, что ты быстрее меня грузился, там гораздо лучше меня воевал в итоге. Вот, а стоило просто мне выйти и начал комп, который приходил, всего. Вот все сильно у тебя ухудшилось. Нифига нам оклеветывать Рим. Вот там Вавилон, ты забираешь Рим или как? И теперь забирать, наверное, буду. Я же перепиливал юнит, у него было сильнее, чем у меня. У него просто я это и спрашивал, типа, что... Все, ты уже могешь забрать, да? Ну, город возьми, это ближайший, так. Но это будет не путка из-за того, что он просто мясо поставляет, ну, типа, бесконечно, города. Хотя уже три, ты уже что-то пропустил момент. Три уже, да? Что три? Да, там уже. Три города. Я просто пропустил Вавилию, или как называется, Византию. А там, короче, у меня было событие... Ты что-то пропал. Все, кончился интернет. Мне подается, я воюю. Да просто. Нет, у меня тут война воюю, просто. Воюю. Заходите, у меня прямая трансляция. Да, прям на земле Вавилона. Ну да, у меня тут серьезные битвы с Грецией, так что если перс... Ну, как бы, грубо говоря, если я сейчас проиграю Греции, вот, в битве с Вавилоном, мы можем заканчивать и признавать его победителем, потому что нельзя как его останавливать тогда. Ну, попытаемся или как? Ну, просто я один воюю, я не вижу больше тут никого. Он всю армию ко мне ведет. Не, я иду, типа, тут идти долго, я и по суше, и по морю сейчас. Почему пойду? Не хочет... В сладенькую попку грека использовать Египет, я не знаю. Это гашка. Это место занято. КГшки не клепают чудеса. Я не клепаю. Я же не все построю. Ё-моё. Куда он тут заезжает? Слушай, расскажи, что там за события у тебя выпало? Что ты мой город захватил? Я не буду воевать, я не до этого. Потому что... Ну а что хочешь? Слушай, он попробуй лучше потом на этот, на город, который на севере пойти. Я понимаю, но этот ИИшка меня же не перестанет пилить прямо в столицу.
Ну, слушай, отбиваться гораздо проще от Ивы. Так. Нету марш-броска. Ну, летай, как грецкая конечная уже. З моего боку так не выглядає. Хорошо выглядає. Кажется, это наверное, ошибка в городе у многих. Не надо лезть вперед, чтобы защищать город. Надо за него отойти. И просто прикрытие города атаковать. Да, у нас тут фарш. Блин, были бы какая-нибудь амбиция там, типа, убить 10 юнитов хотя бы. Ну, так у нас получилось, походу. Давайте продолжим. А, у нас нету приказов. Видите, уменьшилось. А у тебя конец, почему ты не выкористовываешь бонус? Ты же просто в тыл бы их разнес. Ты по всех. Ну, можешь из одного бока и из другого. Ну, то есть, ты думаешь, типа, тут пройти легко было. Все равно атака с ну, за атаку с фланга 25% уже. Ну, это есть, конечно, то этих у Сатика строил эти юниты. А он ему сдается. Кажись, реально разгромили. Больше не могу армию перебрасывать. Ну, город мы вроде заберем. Так, а что мы открыли? Непонятно. А может и нет. Тут у него тоже до хрена. Вот с этим сколько сейчас юнитов тут положит.
Блин, Перс, расформируй этого скаута, который тут у меня стоит. Он в очередной раз мне мешается. Шам. Два уровня счастья. Давайте 3700. У меня самый большой этот четвертый уровень недовольства. Это нормально. Терпимо. У него беремы. Мне надо будет до 3 ремы улучшить. Успел походить всеми. Так, что мы тут делать сейчас будем? У нас тут проблема, но вроде этого убиваем штурмом, потом еще этого надо будет добить. Ой, хрен знает, конечно. Прошел штурм. Не прошел этот удар, чтобы потом штурм можно было использовать. И тут я немножко мискликнул юнитом. Так. Это трирема, а это берема. Сотка, блин, давайте
собрать войска сделаем. Ну, не оставляй юниты на открытом месте. Там краску заводи. Ребят, 7 очков в Греции осталось. Классика, классика. Все-таки соблазнился сладкой греческой попкой, да? Признавайся, мы все-таки соблазнился сладкой греческой попкой. Да. Но он начал юнитов отводить, значит, все плохо там. Ну да, мы тут друг дружку. Ну вот смотри, у нас уже с тобой аналогично, хотя ты был намного слабее до вот этой битвы всей. Да. Прикинь, сколько мы потеряли. Да. Не, а что вступать, если ты проигрываешь, Леш? А? А? Ну что вступать, если бы ты, ну, не затащил там? Ну, город-то я все равно не беру. Это армия, ну, там убилась у него, да? А очки я не могу ему снизить. Мне подається в таких випадках розграблення може бути як варіант у тих городов, ну, типу, які ростуть до очков, до легендарних. Ну, так, але спочатку я повинен його армію забити усю. А вона ще є. Так, стоїм тут. Ладно, давайте. Нету наместников, да, давайте я еще. Смотрю, сколько места греку выпало. И мы там своего, да. Грек заплатил за сингл. Ой, грек. Перс заплатил за синглплеер. Еще три рему. Так, что мы тут будем делать? Этого убиваем. А
А может кто свет дай лайфхаки? Она абсолютно никак не показывает, как города растут вороже по культуре. В смысле, как твои города растут по культуре? Не, ворожие поглядеть. Но показывай значок, какого левела город. Или ну, не я думаю, если ты туда будешь шпионов сажать. Агентурную сеть в курсе? Не, я разумею, но мне пытается показывать только... О, блин. Как-то... Я, конечно, сумно сажать в этот самый. Не в легендарный город, а агентурную сеть. Не сажай. Ну, греки слабее пишутся, хотя бы. Ой, случайно срезал кустарник. А, блин, я уровень дал, уже все. Блин, не хватает муштры постоянно. Надо заплатить. Так, пора Анагар уже открывать. Не, давайте храмы откроем. Я все равно пока не смогу Анагры перевести. Так, знаешь, что я сейчас попробую, Катечка? Я сейчас в Алисе попробую снизить защиту. Круто. Ну, там шансы, конечно, такие. Скажем так, 50 на 50.
Река, какой у тебя уникальный юнит? Гоблин тут или кто он тут? Я просто не вижу. Убил вроде, да, уже? Как далеко катапульта стреляет? 3? А, смотри, катапульта точно не может стрелять в соседние клетки. То есть ее именно надо далеко ставить. Слушай, ты засвети город и просто... Да, он, да, оттуда покажет, ты застрельнешь, да. Откуда ты? А, ее еще надо разложить. Да, ее надо разложить еще. Ну, вообще, ты можешь даже дальше ставить. Не, я просто не мог понять, что я не могу стрелять, подводил ее, а потом понял, что надо разложить. Да, да. От 2 до 4 у нее радиус. Круто. Если бы меня еще не фастликали на каждом ходу, было бы намного эффективнее у меня. Так ты же 1 в 3 воюешь, в том-то и прикол. Так я воюю конкретно сейчас с петами, я на других не обращаю внимания. А. Ну, в упе даже не угроза. Против сервера ж ничего не могу сделать. А, подожди. Перс же еще с тобой не, он не воюет 1 в 3, в 1 в 2 воюет. Перс колупает этот римский город, только вот захват идет. Ну, 7 очков до победы. Классический попил. Ну, не знаю, как попил, понимаешь? Я с другого конца карты прибыл. Я не знаю, тут даже если я захвачу его город, типа, нахрена оно мне? Захватуй, подари мне. Мені подається, хоча вираз тут слишком глибокий тил городи там, не сочні. Так, ну тут ми повинні захоплювати хоч неяку кількість цих городів. Ну, мені зараз пише з ним, ну, однакова сила войск. Ну, звісно, вже. Ну, тут дофіга армії потеряв. І вже більше виходить. Это сейчас переходовка идет до сих пор? Я хожу уже. Нет, а я еще жду. Мне еще подружу. Я тоже жду. Типа пролагивает после переходовки. А вон таймер там пробил и побежал. Так. Терпимость. Не так много не государственного, но он все-таки есть. Блин, тут проспал вот это место. А, я понял, чтобы ускорить берему за приказы, нужна культура развивающаяся. А, да? Жизнь. Да. А это город говна, блядь. Я поэтому и не хотел, ну, типа, его вообще ставить. А баллиста вот она как? Типа впритык стреляет, да? Да, впритык и 3 юнита. А она под юнит прячется, нет? Нет. Баллиста, по-моему, хорошо для обороны города подходит. Ставишь такой в центр. Че, какой-нибудь генерал туда? Годами так, прокачанная армия. Блин, перс, давай поспешим. И, блин, я убил всю армию грека. Давай ты как там поможешь. Ну я еду как могу бы. Я еду по суше, потому что, чтобы берему ускорить, нужна культура города. А я ее там строю 15 ходов. Нам нужны купальни. Это получается за все. И за жителей тоже нужна, и за... Что-то так, а где нам... Библиотеки тут что-то не видать. Все развивающееся нужно. Да. Если у тебя 15 ходов, то тебе по земле докладно будет худше. Мне там невозможно
Я вот только дошел. Тут по одной клеточке вот эти все холмы проходишь. Так еще он тут проплывет еще. Он же может теперь у своей территории плавать. И там застается раз, два, три. Река. Пустеля. Так. Там три холма. Это мы выполним. Еще 10, еще 3 старших спеца надо. Я еще дорогу веду. Все в этих будет. В священниках. Ну тут надо доделать 80 еды. О, а как так? Строил. А, я, наверное... А, он строится. Что? Не, я думал, чудо пропал. Он просто долго строил. Слушайте, а вы посчитайте вообще, есть ли возможность у Дрейка так города качать, чтобы... Что? Так есть. Что? Так есть махчимость. У него способность, у грека способность, просто сама греческая способность, я каждый знаю, город культура. Там культуру. Две культуры с каждого города просто... Понятно, масштаб трагедии интересно. А, этот весь тыл на полночном усходе, это все войсковые города стоят, а не культурные. Я думаю, чего я так долго качаю? Я чего я такой был, наверное, с мнением семьи был, там можно пофиксить вроде. Странно, что он в тыл поставил, у него же там эти семья воителей, уже бонус к обороне города. Но он, подается, просто расширялся хоть чей, но типа ему компьютер было захопливать, и он брал войсковых, как просто, ну, сноуболить. Ну, понятно. Да. Да, вот своих на границе поставил. До города. Ну, надо тут с Римом заканчивать. Надо Рим мне забирать. Так, трирема, берема, трирема. У него все беремы, да? Сколько у вас приказов? У меня 40. Это без... Ну, нормально. То есть всего 40. 40 нормально. Ну, то есть можно 42. Было и получше, но и немало это. Не, ну я просто вообще не в курсе. Много нет. Ну, классно, если их правильно применять, но они специфические. Просто я сейчас вот катапульты стреляю в город, там реально урон. А баллиста еще не доехал. Мне подается, ты не заберешь этот город, потому что там 40 здоровья. Это много? Это супер дофига. Ну это с башней получается, да? 40. Ну пусть катапульты хорошо сносят. Почему он стреляет? Как-то так. А, вот. Коплеты. Что там у них за способность? У них, по-моему, надо одинаковых рядом держать. Ну, тут, мне кажется, все. Моя армия.
Блин, тут моя любовница предлагает жену убить. Соглашаюсь. Не. Ты, кстати, по городу катапульта бьешь, как я, лучником. Там мало. Вообще катапульта должна нормально именно по городу быть. Но у меня этот лучник еще 5-го левела на верблюде, который. Подожди, я храмы вроде, да, могу уже строить? У меня один остался этот. Да, один. Надо последователя иудаизма еще тогда сделать. Так, тут старшего философа доделаю, там старшего поэта. Ну все, моя десантная армия, высадившаяся к греку, погибла. Получается подстава? Да нет. Ну как подстава? Алиса не забирают, соответственно, я, наверное, не выиграю. А, то есть один город забирают, и ты уже не выиграешь? Ну да, перс забирает город, у него будет больше очков, он выигрывает. Подожди, у тебя забирают один город? Это минус одно очко. И перс забирает, например, ему плюс один. Ну да. У тебя вырастут сейчас города, что ты паришься? Добудь еще два очка. Египет забирает еще один город с той стороны. На этом пока все. Продолжение смотрите завтра. А спонсоры канала могут его смотреть прямо сейчас в плейлисте. Ссылка на него в описании в прикрепленном комментарии. Спасибо за поддержку. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.